Итак, у вас семейная аптечка, и что же делать вечером? Какие вечерние ритуалы я делаю, используя семейную аптечку? И, конечно же, первое – это диффузор. То есть, если вы сделали выбор большого эфирного дома, да, с диффузором, то это, конечно же, просто сказка, потому что диффузор создает вот эту вечернюю атмосферу, когда все собираются. Или когда ты готовишься спать. У меня дочка без диффузора спать не идет. Я тоже без диффузора, прям как без рук. Очень люблю диффузор. И, конечно, если у вас есть набор, но нет диффузора, то вы можете приобрести диффузор отдельно или же приобрести какой-то другой набор с диффузором, как вам удобнее. Итак, диффузор – это то, что всегда есть в моей спальне. Я всегда беру с собой другой диффузор, который для путешествий. Но что я ставлю в этот диффузор? Конечно же, зависит от некоторых факторов, и я вам расскажу, какие есть варианты. На самом деле вариантов очень много, но что именно я использую? Я стараюсь, опять-таки, использовать терапевтически 21 день. Итак, на этот диффузор я могу поставить такие, очень моя любимая смесь, обожаю. Это лаванда, которая есть в наборе, и дикий апельсин, который вы получили в подарок. Вот их, да, в зависимости от того, как хочется. Если хочется больше лаванды, успокаивающего действия вечером, то может быть 4 капельки лаванды и 2-3 капельки дикого апельсина. Если же хочется более такого вот антидепрессанта, более какой-то вот такой радости, движения вперед, да, но в то же время спокойствия и отдыха, то наоборот, сюда мы дадим больше капелек, может быть, 4 капельки, а лаванды 3, да, то есть, чтобы успокаивающий эффект был, но более такой вот антидепрессантный или, наоборот, более успокаивающий, но в хорошем. То есть, что это даст? Это даст более крепкий сон, легкое расслабление, и когда пробуждаешься с утра, более хорошее настроение за счет нашего апельсинчика. Шикарнейшая смесь, очень ее люблю. Можно добавить, допустим, 21 день вы попользовались и чувствуете, что дальше как-то вот что-то опять стало плохо засыпаться, да? То у вас, если вы брали большой набор, в подарок вам шла копайба. Копайба – шикарнейшее средство для релакса, антистресса и хорошего сна. Можно добавить и сделать такую троечку вместе, да, допустим, по 2 капельки каждого. Или можно лаванду убрать и сделать вот такую вот пару, да, тоже можно. То есть здесь у нас есть определенные варианты творчества. Сейчас я расскажу про диффузор, дальше я буду рассказывать, что я делаю еще. Что еще можно? Если чувствуется какое-то нездоровье, вот что-то першит в горле или как-то, я очень люблю использовать смесь Air или Breathe, она на российском рынке называется. Это смесь, которая открывает наш нос, открывает дыхательные пути и в то же время способствует хорошему глубокому сну. Оно вот как бы такое очищение, да, такое ощущается, прямо свежесть от него. Очень приятно, когда ты чувствуешь вот какой-то внутри жар, когда вот это вот такое состояние нездоровья, оно очень хорошо помогает и для сна, и для освобождения носа. Поэтому выбираю тогда Air. Или даже если мне уже эти смеси, допустим, надоели, а у меня есть только семейная аптечка, то вполне возможно, что я начну использовать Air 21 день для хорошего сна. Следующее, что мы можем еще, конечно же, поставить в диффузор, если мы говорим про вечернее время. То про вечернее время у нас еще есть такая смесь шикарная. Это Zen Guest или Digest Zen. Это вообще пищеварительная смесь, но она тоже хорошо работает для сна, для успокоения. Особенно если есть какие-то еще проблемы с пищеварением, то тогда выбор пойдет на нее, и можно поспать какое-то время с ней в диффузоре. Опять-таки мы можем сделать смесь с апельсинчиком, допустим. Будет очень приятная смесь вместе. Вот. Следующее для сна еще очень хорошо Deep Blue. Девчонки говорят, что как только я его понюхаю, меня моментально расслабляет, и я очень легко засыпаю. Поэтому тоже можно использовать диффузор
для того, чтобы расслабиться и легко заснуть. И, конечно же, у нас есть волшебный ладан, который можно использовать ладан, копайба и апельсин вместе для хорошего сна, потому что ладан и копайба прекрасная альтернатива лаванде. Кому лаванда не помогает или перестала помогать, да, какое-то время, то можно использовать вот эту или отдельно просто, или вместе, или сделать втроем, и тогда тоже получить хороший спокойный сон и расслабление. Это про диффузор. Дальше, что я, конечно же, делаю? Перед сном я обычно выпиваю на ночь копайбу с лавандой. Они хорошо помогают, две капельки каждого, хорошо помогают, расслабляют, антистресс, хороший сон, без просыпания. Если просыпаешься, сразу же засыпаешь. То есть просто шикарная смесь вместе. Очень рекомендую, у кого проблемы со сном. Следующее, что я делаю. Я могу вечером также выпить ладана, да, ладан можно использовать, как я говорила, утром можно с копайбой, можно без, и, соответственно, вечером тоже вполне возможно, может быть, даже такая троечка, да, по капельке каждого, как вариант. Следующее, что это массаж ступней, очень люблю, очень его делаю. В зависимости от того, если чувствуешь себя не очень, да, как бы кажется, здоровье пошатнулось, то прекрасная смесь – это On Guard с орегано. Делаем в разведении, вот оно у меня в разведении здесь уже есть, в роллере, наношу. Ну, если нету такого роллера, то делаем что? На столовую ложку любое массажное масло и по капельке On Guard и капелька орегано. И делаем массаж ступней. И можно также вдоль позвоночника провести. Да, это как раз-таки против вирусов, против бактерий, для поднятия иммунитета на ночь, если что-то не очень ощущается. Следующее, что может быть на ночь еще. Дышится не очень хорошо, кроме того, что в диффузор мы можем куда еще поставить? Мы можем в разведении поставить себе под нос и на грудную клетку, особенно если там зарождается кашель, да, то тогда это тоже будет очень хорошее средство. Так, что еще у нас? Я обязательно делаю себе, опять-таки это в разведении у меня, вам то же самое, да, это Zengest, пищеварительная смесь на область желудка и живота для хорошего пищеварения ночью, чтобы все проработалось хорошо. Вот это вот хорошая такая смесь. Что еще у нас из семейной аптечки? Если болит что-то, какие-то мускулы, много сидели, много ходили, опять-таки сделаем легкий массаж, нанесем диблу на ночь, чтобы хорошо спалось. Также, если делаете что-то для лица, да, для лица наверняка все делаем, можно добавить капельку в крем и размягчить свои мускулы, которые, допустим, зажались в определенных местах. Можно добавить, можно с лавандочкой сделать, да, тоже будет хорошо. И вот на ночь уже можно, если у вас есть пигментные пятна, тогда, конечно же, в разведении лимончик мы добавляем или в крем, да, для осветления зон, которые у вас имеют проблемы. На ночь можно нанести точечно, опять-таки, чайное дерево, да. И на ночь, да и утром, в принципе, тоже можно нанести, если у вас есть папилломы, бородавки, то на кончике, буквально на кончике зубочистки орегано и прямо точечно на эти места. Можно орегано пробовать 21 день, как минимум, а иногда дольше требуется. Можно попробовать чайное дерево, да, как вариант, потому что это то, что у нас очень хорошо очищает всякие такие. Ну и, конечно, если есть грибки на ногах или что-то, то добавляем в крем, допустим, или же наносим на ногти, если есть, да, на ночь. Чайное дерево очень хорошо. И еще можно сделать массаж, допустим, с той же самой лавандой стоп, если кожа огрубевшая там. Ну вот, кстати говоря, очень хорошо
если какие-то проблемы с кожей, все-таки чайное дерево будет лучше, а это больше для красоты и косметического такого эффекта. А можно объединить вместе. Ну и если вдруг у вас жарко стало, да, или у вас уже время климакса и пошли вот эти жары, да, то можно использовать не чайное дерево, перечную мяту. Перечную мяту куда можно ставить? Можно в разведении, опять-таки, себе назад, вот сюда, на это шейное место, потому что это как раз то место, где идет жар. Ну и вообще, если жарко, да, можно сделать спрей и опрыскиваться. Можно чайное дерево нанести, ну тоже лучше в разведении, ну хотя и можно вживую, сюда вот на виски, можно даже массаж головы себе сделать, но это массаж головы лучше утром, да. А вот если жар, то тогда можно сюда мяточку поставить, чтобы она охлаждала ночью и чтобы вот этой вот жары такой не было. Ну вот такие вечерние ритуалы с семейной аптечкой. А если вы хотите узнать мои полные ритуалы, которые я использую, уже имея большее количество масел и продукции doTERRA, то смотрите мое следующее, одно из следующих видео. Ну и если у вас еще нету аптечки, то пишите скорее мне, чтобы ее заиметь и использовать себе и близким во благо.